Сказочное везение – удел редких счастливчиков. Один из них живет в Лиово. Парень чудом остался жив, оказавшись в переделке, которая могла стоить ему жизни. Вскарабкавшись на огромную сосну, он попытался срезать верхушку бензопилой «Дружба». Но в какой-то момент что-то пошло не так. Судя по всему, дровосек-акробат плохо знаком с законами физики и просто не учел тот факт, что ствол начнет колебаться с огромной амплитудой. Проявив чудеса ловкости, несмотря на работающую бензопилу, ему удалось 5 раз, прокрутившись вокруг своей оси, удержаться на шаткой верхотуре. Неизвестно, получил ли он ранение, но очевидцы, на глазах которых был произведен вынужденный трюк, хватились за сердце.